Всем привет, я Фокстян. Сегодня я поиграю снова в PopGoES in аниме. Ха-ха. Не знаю, как правильно читается, буду называть его PopGoES. И мне похер, все, ничего не знаю. Перед началом поставьте лайк, пожалуйста. Я стараюсь, потому что снимаю такую фигню. Да, тоже тяжело. Все, а теперь погнали. Все, я жи... Ого. А ты чё? Чё-чё? Hit the vent to stop squirrels. То есть мне еще надо вентиляции теперь смотреть? Да угомонись, я вижу тебя. То есть мне сейчас надо сидеть, одновременно стрелять по вот этим вот людям. Шотдаун тебе, понятно? Теперь мне еще и вентиляцию смотреть надо. Ты, конечно, придумал. А ты не будешь атаковать меня? Кнопка. О! Охренели? Куда? Вернулись быстро. Повернулся, да, назад, я охренел, что никого нет. Отстань. А! Ты, падла, что мне мешаешь, синяя? Я ногу за тебя пропустил, ты понимаешь? Синяя эта паскудина, она просто, ну, специально меня дразнит. Сидит такая, ну я могу на тебя посмотреть, я тебе табличку, вот это вот, хер вам, вы куда полезли, а? Что это за такое, а? Отчитываю людей, блин. Аниматроников. Фания аниматроников, важно что. Ай, опять вылетел. Поганая игра. Я повернулся теперь направо, не могу опять. Скотина. Скотина, неприятно. Я не... Ого, поганая игра, у меня вылетел на второй монитор, и я все, я теперь не могу направо поворачивать. Так, нельзя. Там такой красивый кадр, наверное, а я не могу, потому что у меня камера сломалась. Ну все, я не успел, мне по башке дали. Вторую ногу уже несут, скотина. Я чуть панику не словил, синяя. Хватит. Я не успеваю следить и там. Я по звуку только слышу. Убираем. Я такой сразу понимаю, что сейчас произойдет жопа. За то, что у меня камера не поворачивается, я не... Так, шатдаун. Хит. Закрыть. Сколько там сидеть будете? Или вы будете там сидеть, так хотите, а я... А, я вас с самого начала не пускаю. Ну и хер. Много хотите. Так, ты тоже никуда не ходить, понятно тебе? Ай, как тяжело, у меня сломалась правая кнопка, я не могу. Я просто сижу такой по приколу, что-то вожусь. 3 часа, не успел, нога летит уже ко мне. Вот, уже принесла, ногу, руку, руку. Осталось еще... Ну, нога, тело, голова. Спасибо. Куда, так, уходите отсюда, это нельзя. Это очень опасно, слышь. Уходите. Отстань. Отстань, они сейчас мне ногу принесут. Спасибо, синяя. Я не знаю, где она. Спасибо, синяя, мне сейчас ногу принесут, наверное. А, она тело принесла. Нафиг ей нога, ты чё думаешь, ага? Да подло, они сидят, до сих пор ждут. Хватит ждать, уйдите отсюда. Чё это было? Кто? Кто залез? Кто залез? Я потел, сидел, скотина. Короче, это издевательство, я так понял, да? Меня убило только что вот это вроде, да? Вот эти две козлины сидят все время в этой вонючей вентиляции. Нюхают там пыль, просто им нравится, я так понял. И не дают мне нормально жить, потому что им нравится пыль нюхать, а мне нет. Так, на место пошли быстро, куда вы лезете, это не ваше место. А вот она ты. Нашел тебя. А ты синяя. Опять мне, падла, мешаешь. Хит. Закрыть. Че это пришла, что ли? Угу. Ногу принесла. Офигеть. Какая она довольная все-таки, когда сюда заходит. Хит. Лицо сразу такое. Плохо дело. Так, вот это вот сейчас. Это сейчас очень плохо. Я, кажется, пропустил вентиляцию. Ну, я понял, что мне тут опять принесла какую-то херню. Спасибо. Хит вам, закрыто. 2 часа ночи, у меня уже нога и рука лежит. Куда? Куда лезешь в подарки, охренела? Какая удача должна быть тогда, когда ты сидишь и смотришь на вентиляцию, одновременно на этих, еще плюс на эту собаку зеленую, еще и на зайчиху синюю эту. И кто это вообще такая? Капец, скорость руки самая быстрая рука на Дальнем Востоке, блин, что за прикол? Я не знаю, это, я не могу ничего говорить, я очень напряжен. Потому что, ну, блин.
Надо успеть синюю контрить эту. Зеленую. Шутдаун ей херачить. Шатдаун, да, вот. Этих блокать, чтобы они не шли никуда. При этом еще на синюю смотри, чтобы она мне не заруинила все. Я только в эту вентиляцию смотрю. Только я нахожу на камеру, только спадает эта сетка вон и все. И опять в бан их просто. Как им приятно вообще, а? А, вот так вот, бук, и все. Хер вам, я победил эту ночь. Все, я понял, как играть. Хит вам. Ну да, сейчас я уже руиню чуть-чуть себе, потому что, блин, уже имею право, уже 5 утра. И могу себе хоть руки на стол положить, сказать, все, короче, хер. 5 утра, давай быстрее. Ты сейчас довыпендривайся, еще снесет кто-нибудь. Будет очень весело. А где? А, вот. Нет! Вот так. Успел. Сюды, соси, понятно тебе? Я победил. Ужас. Какой ужас. Еще одна мини-игра. Ну давай. Я теперь... Кто ты, белка или... Похоже вообще на белку. Интересно, нам туда же идти надо или уже в другую сторону? Может, там, я не знаю. Разные комнаты, разные квесты. А, да, по факту. Говорите, куда ты пошел? Я вообще в другую сторону, дурак. А, то есть тут налево пойдешь? Молодец, направо пойдешь, тоже молодец. Да, эта скотина, кстати, в другой игре какой-то была, да, вроде? Все, короче, я устал. На сегодня, по крайней мере, устал в этой игре. Спасибо, что посмотрели эту серию, с вами был я, Фоксян. Я сегодня пострадал, хоть и 20 минут, не 3-4, как вот ту серию. Ну все же, я прошел, все отлично, до свидания. Я потихонечку прохожу эту игру. Все, спасибо, что посмотрели, все, удачи, всем пока.